Добрый день. Находимся мы во Вьетнаме, приехали в Ничанге. Вот такой я уже бородатый решил, как все туристы, как Крылов, записки с Дмитрием Крыловым, гибрид с бородкой. Вот идем на рынок Ничанга. Взяли пиво Сайгон, как обычно. По 10 донгов. 10 донгов, 30 рублей примерно на наш. Это рынок ночной. Рынок, да, как считается, ночной. Так, я хотел ремень. Это коша? А, да, коша. Вот это вот коша. Ну да. Вот. Отбираем тебе с такой пешкой. Ну, давай дальше пройдем. Сколько? 250? 250. 250? Угу. 200. Угу. Спасибо. 70. Спасибо. А лювак кофе сколько стоит? А? А еще есть какой другой лювак? Что-то это, который крепкий, прям крепкий, горький. Крепкий, а это ром. Ну это не лювак, да? Не, робот, а крепкий. Сколько он стоит? А? 220 килограмм, да? Это что, плохой, да? Это арабика. Не, это вот такие шоколадные как-то не очень. Что он говорит? По 200 килограмм. 600 рублей. Ну, да? Сейчас пройдемся. Угу. Здравствуйте. Ой, магнитики. Магнитики. Такое ощущение, где-то хрюшка хрюкает. Нет продавцов. Ладно, пойдем. Мы себе вот такие тарелочки покупали. Да, вот такую, только круглую, да? Или квадратную, я забыла. Она в другую сторону смотрит. Она была вот так ромбом. О, магнитики вот. А магниты? Почем магниты? По 10, да? А, ну это такие. А вот такие магниты. Угу. 6. 60. Ну это по 10 тоже получается, да? А, ну такие бумажные. А так пауза. Реклама. 50. Что, битый сразу? 50, да, окей. За 40? 45. Мало. На. Достань у меня там кошель. Ну вот этих, как привозили. Да мы привозили вот. А где кошель? Вот он, вот он, да. На. Вот в этой. Да хоть вот сотку отдай. Э? Магнит. Магнит. Тарел и су. Не нужно тарелки. Или что она сказала? Не знаю. Нужно на паузу. Ну вот я не знаю, вот это пауза, да? Две полосочки. 20. 40. 50. 5. 50. Спасибо большое. Спасибо.